планшетная графика, в принципе, появилась достаточно давно. Один раздел к линогравюру, он появился уже в начале, скажем так, уже получается прошлого века. Вот, то есть с появлением линолеума, то есть стало более проще печатать. Вот. Хотя процесс тоже достаточно трудоемкий, в том плане, что нужно сначала сделать тщательный достаточно эскиз, то есть продумать, в принципе, все. Потом этот эскиз переносится на линолеум, потом как бы линолеум начинаем резать резцами, потом уже переходим к печатному станку. Благо у нас есть печатный станок, потому что когда, вот, например, я учился, у нас в школе не было печатного станка, и мы печатали вручную, то есть ложечкой. Сейчас это все проще, по крайней мере, в нашей школе. Вот, и уже получается, как бы тираж выписку делаем. Почему называется печатная графика? Потому что, получается, с одной доски можно сделать, ну, порядка 9-10 очень качественных оттисков. И они, каждый из этих оттисков, они имеют, ну, свою ценность. То есть, в отличие от уникальной графики, в том, что уникальная она создается в единственном экземпляре, и она одна. Она уникальная. А печатная, то здесь можно сделать небольшой тираж. Мы как бы не стремимся к созданию того, чтобы у нас все работы были одинаковыми. То есть и у нас очень как бы достаточно долго и часто в свое время увлекались за то, что у нас все дети рисуют, ну, скажем так, на одном уровне, то есть достаточно хорошо. Поэтому сейчас мы ценим, когда у каждого автора сохраняется какое-то свое собственное лицо. В принципе, мы как бы к этому пришли, что у нас дети сейчас рисуют по-разному. Курс обучения у нас идет 10 лет. И вот на окончании, да, там получается желанный результат. Потому что, ну, работа трудоемкая, она постепенно накапливается. То есть очень редко бывает так, что как приходит ребенок, например, говорят, вот талант пришел. Редко бывает. Или, грубо говоря, любой ребенок талантливый, только нужно вот это раскрыть. Ну, а чаще всего происходит просто накопление. Накопление, вот, скажем, всего материала, и вот, на выходе тогда получается хорошая, действительно хорошая и ценная работа.